Всем привет! Я решила сегодня налепить пельмешки на заморозку. Я, значит, сначала заморожу немножко пельмени, а потом я, значит, сделаю пельмени, чтобы нам покушать. Мы сегодня купили мясо, вот такую вот это свинина. Один кусок я уже перекрутила на пельмени. А это вот еще один кусок у меня. Вот тут маленькая такая вот косточка, все остальное мякоть. Вот. В общем, что-нибудь тоже вкусненькое приготовим. Значит, вот в морозилке своей, вот так у меня морозятся пельмешки. Вот. А здесь вот другие. Ну, вот так вот они у меня замерзнут. Потом я их, значит, переложу в мешочек. С утра купила вот такую рыбу. Это судак. По 160 рублей я ее взяла. Вот, я, в общем, взяла 6 килограмм. Я 4 штучки убрала в морозилку. А 4 штучки вот хочу сейчас, значит, ее почистить и пожарить. Вот, я сейчас позавтракаю. У меня еще не завтракала. У меня завтрак стоит в этом, греется в микроволновке. Я сейчас покушаю, попью чай и потом начну заниматься рыбкой. Вот такую вот рыбку я купила. Вот так у меня жарится рыбка. Вот такая вот красивая. У нас 2:30 ночи. И вот так метет. Вот только на фонаре видно, как. Идет снег. Вот так у меня растут георгинки. Другие. Вот такие они. Маленькие, коротенькие. А это вот тоже, ну вот как-то вытягивается. Вот такая вон георгинка. В общем, пока они у меня растут вот здесь тазики. У меня вот у этой большой георгинки закручиваются листики. Я вроде посмотрела, там ничего нету. Вот никаких паразитов нет. Тли нету. Ну, не знаю, вот закручивается. Там в одном видео кто-то говорил, что от сухого воздуха. Вот, ну, закручиваются листики. Так уже вот такой большой стал. Вот. И лилии вот сюда две штучки поставила. Вот такие вот уже, они уже вытянулись. Вот. А эти вот такие вот. Это вот хорошенькая стоит. Прям вот такая вот. Листики хорошие. А это тоже немножко вытягивается. И не знаю, вон тоже что-то вроде начинает закручиваться. В общем, не знаю, посмотрим. Я хочу разбавить, значит, это от вредителей. Попрыскать. Ну, в общем, посмотрим. Наверное, если сегодня время будет, надо, наверное, все-таки от тли попрыскать. Может быть, это все-таки тля здесь. Но я смотрю, но не вижу. Вроде листики чистенькие. В общем, не знаю. У нас все тает. Вот такая грязь начинается. Вот. Мой фаленопсис дает вон там листочек. Новенький вон лезет. Вот.